Три. Похоже, этому подвалу больше лет, чем... Что здесь делает этот пожарный щит? Непонятно. Тут и тушить-то нечего. Куда делся инвентарь? А? Непорядок. И взять-то нечего. Полюбуйтесь. Налицо нарушение норм пожарной безопасности. Замочек врезной. При соответствующем инструменте такая дверь вскрывается за несколько секунд. Видите, выбить эту дверь я не смогу. Для таких подвигов нужна большая мышечная масса. Все гораздо проще, чем вы думаете. Здесь просто нужен ключ. Что здесь делает этот пожарный щит? Непонятно. Тут и тушить-то нечего. Я вам сказала, немедленно потушите огонь. Мне давно пора сушить белье. Женщина, ну раз надо, суши. Я тебе что, мешаю? Конечно, мешаешь. Еще как мешаешь. Дыму напустил. Белье повесить невозможно. Да веши ты свое белье на здоровье. Да как же я тебе, вам его повешу? Оно же все шашлыком провоняет. Женщина, ну что ты такое говоришь? Шашлык не воняет. Шашлык пахнет. Ага, как же, пахнет. Вот погодите, придет муж с работы, он вам, он тебе покажет шашлык. Вах, боюсь, боюсь. Дядя, ты вот тут стоишь, а не видел, куда моя собака побежала? Почему не видел? Видел. Тут твоя собака. Покупай да кушай. Не поняла. Ну-ка еще раз. Вкусный у тебя собак, говорю. Пальчики оближешь. Зря ты это. Ой, зря. Ай, какой злой девочка. Шутка это шутка. Шутка, не понимаешь, да? Оригинальность твоей шутки, дядя, приводит меня в исключительный восторг. Я тебе эту шутку еще припомню. Обещаю. Мне хоть и не нравится этот товарищ, но бить его просто так я не собираюсь. Нет, ребят, это гон. Никаких дорожных работ на нашей улице не ведется. Каждый вечер на этом знаке кто-то рисует букву Z. А каждое утро кто-то эту буковку тщательно стирает. Странно, конечно, но к этому уже все привыкли. Шашлык, шашлык, кому шашлык? Подходи, покупай и кушай на здоровье. Хватит орать! Не один здесь! У тебя, девочка, деньги нет? Так и не стой здесь. Клиенты не пугай. Шашлык, шашлык, кому шашлык? Ничего, мы с тобой еще встретимся. И встреча эта выйдет тебе боком. Шашлык, машлык, мясо одним словом. Выгодное, наверное, дело шашлыки продавать. Эй, ты, почем шашлык? Ай, совсем недорого, бери. Подумаю. Что тут думать? Совсем холодный будет, слушай. Сказала подумаю, значит подумаю. Привет, как там тебя? Анжела. Анжела. А что, имя не нравится? Да не, ничего. Имя как имя. Скажи-ка мне, Анжела, тут недавно собака пробегала. Не видела? Собаками не интересуюсь. Зря. Собака – друг человека. Это тетя Галя.
очень интересно.